Всероссийское первенство по фехтованию среди юношей и девушек проходило недавно в Смоленске. Этот вид спорта, вырабатывающий ловкость движения, смелость, находчивость, становится все более популярным среди молодежи. Бой выигран. Валентин Иванов, представитель Осетии, одержал победу по фехтованию на рапиру. Встречаются девушки старшей взрослой группы. В этом бою победила Нелли Арзаева, представительница Дагестана. Среди 12 команд городов областей Автономных Республик Российской Федерации первое место заняла команда Саратова.